the supply of energy is neither ideological nor a political issue. The issue of safe supply of energy is a pure physical issue. Last year, until September, there were significant Russian gas deliveries taking place to Europe. Now this year, basically zero, I mean, with the exception of ours. Plus, no one can give a guarantee that the winter will be similarly mild as it was last year. We have to prepare for the next winter very carefully, and we have to start the preparation as soon as possible. Why? Не увидели бы быстрой адаптации нашего бизнеса и занятия тех ниш, в том числе значит, иностранных компаний, которые ушли. Кстати, они жалеют, наверное, об этом сейчас. Но с точки зрения населения страны, вот эти уехавшие, приехавшие, они сейчас на самом деле активно возвращаются. У нас там банковская статистика показывает, что почти половина народа уже, те, кто осенью уехал, уже в страну вернулись. И вот вы сказали, первое, фрагментация мировой экономики. Связана с поддержкой гуманитарной, безусловно, будет обеспечена в новых регионах. Северные столицы увеличились до 22%. Гипотетическое использование ядерного оружия четко ограничивается чрезвычайными обстоятельствами в рамках сугубо оборонительных целей. Режим Зеленского пытается имитировать расследование разрушения. Отменили просто инициативу президента Турции о создании международного...